become aware of the totality of one's own design. Has anyone here done that? Кто-то из присутствующих подобное сделал? Кто-то познал всю свою психику? You know, I met Tim Leary for the first time in 1965. В 65 году я впервые познакомился с Тимоти Лири. By that time he had more than 1,000 LSD sessions. К этому времени он лично уже прошел более 1000 LSD сессий. And I was curious, where do you go, you know, after 1,000 sessions? И мне было любопытно, куда человек, собственно, может двигаться дальше после 1000 сессий. And he said, oh, there's always something. The archives of the psyche are inexhaustible. И он сказал, там всегда есть что-то еще. Архетипы нашей психи, архетипы нашей души, они неистощимы. But we can, I think we can do something that's related to it. Но it's available. Я полагаю, что у нас есть все-таки что-то, что мы можем сделать вот в этом ключе, да, вот в том вопросе, который был задан, там есть что-то в доступе для нас. We can have an experience of identification with the cosmic creative principle. Brahman, Tao, whatever. Мы можем прожить опыт отождествление с неким порождающим принципом этой Вселенной, началом. Назовите как угодно. Можно назвать Дао, можете назвать Брахманом. Для нас индивидуально открыт опыт познания себя, как проживание ощущения, что мы включаем в себя нечто целиком, да, что все есть в нас, но только как потенциал, без конкретного знания. What's interesting to me, что здесь любопытно для меня, is, you know, there are all of these fantastic experiences that are available. Есть все это множество абсолютно фантастических переживаний, они все открыты для нас. But how does the person who has those experiences, or those of us who don't have the experience, how do we live our life? Но самое главное это то, как человек, проживающий все эти замечательные опыты, или живущий вообще без каких-либо переживаний подобного рода, проживает свою жизнь. Maybe there's some monk in the Himalayas who's had all of the experiences possible. Может быть, сейчас где-то в Гималаях сидит монах, отшельник, который для которого все эти опыты в доступе, они все для него возможны. What is he like as a human being, or she? На что он или она вот похожи в обыденной человеческой жизни? Каков этот человек? They say, if you want to know about a Zen master, есть такая поговорка. Если что-то хочешь узнать о мастере дзен, just ask his wife, спроси у его жены, or her husband, или у ее мужа. What goes on behind closed doors? Что происходит тогда, когда двери закрыты, когда этот человек не на публике? We have had time with His Holiness the Dalai Lama. У нас был вот такой опыт, когда мы находились в обществе Его Святейшества Далай Лама. For me, out of all the people we've met, для меня, наверное, всех людей, с которыми мне доводилось встречаться, this man embodies the compassion. Этот человек является живым воплощением сострадания. The humanity. Человечности. The empathy. Эмпатии. The freedom. Свободы. The love. Любви. That I wish I had. Вот всего того и так, как мне хотелось бы, чтобы было во мне. Every day he meets with hundreds of Tibetan refugees. Каждый день он встречается с сотнями тибетских беженцев. And he hears their terrible stories of abuse. И он каждый день слышит эти чудовищные истории о том, чему эти люди подвергались. And he's able to take that into his heart. И он каким-то образом может принимать это все в свое сердце. And to show them such compassion. И проявлять, вот делать для них доступным такой уровень сострадания. And such understanding and love. Понимание и любви. That
It's beyond my imagination. Что это, ну, как бы, за рамками моего восприятия, моей интуиции. So this for me is the most important example. То есть для меня это, наверное, самые важные примеры. Maybe he's not there yet. Может быть, он еще вот до этого целиком еще не дошел. But the way he lives his life is Но то, как он an example for me. Живет со своими опытами жизнь, вот для меня это является примером. Он говорит, что он по-прежнему говорит, что ему не нравятся комары. Thank you so much for being here. И спасибо большое.